В области началась кампания по прикреплению населения к поликлиникам, которая продлится до ноября. За это время жители смогут выбрать необходимое лечебное учреждение. Об этом было сказано в ходе брифинга. Прикрепление к поликлинике можно осуществлять тремя различными способами. Прямой визит в выбранную поликлинику через онлайн-портал электронного правительства посредством сектора Connection Point в ЦОНах. Электронную подпись вы можете получить также через ЦОН. Чтобы нагрузка для врачей не была слишком высокой, количество жителей, прикрепленных для осмотра и лечения на одного врача, должно быть не более 1700 человек. В случае смены медицинского учреждения человек может обратиться в службу новой поликлиники с 1 января. До этого он будет осматриваться и принимать лечение в прежней поликлинике. В этом году есть некоторые изменения в правилах регистрации. В частности, граждане, имеющие полис добровольного страхования, получают медицинскую помощь в клиниках, указанных на основе договоров. Существуют принципы, связанные с регистрацией. Это принцип семейного обслуживания. Второй – это доступный медицинский принцип. Если говорить о семейном принципе, то жителям лучше прикрепляться к поликлинике, которая расположена в 20 минутах ходьбы от места проживания. Потому что при возникновении каких-либо заболеваний или осложненных случаях врачи смогут своевременно оказать медицинскую помощь.